Фейсбуке. Это ваша страница ДТП Киев-Юэй? Да. Скажите мне, а это обычная практика выставлять переписку с теми, кто к вам обращается, а потом смеяться над ними и собирать комменты? Да. Обычная практика, да? Да. А для чего? Чтобы люди видели, с какими идиотами приходилось общаться каждый день. С идиотами, да? В основном, да. А вы не боитесь последствий, нет? Нет. Вы не задумывались, что у этих идиотов могли пропадать люди и все прочее? Ну, люди всегда пропадают. То есть нужно смеяться над этими людьми, да? Я не смеюсь над этими людьми. Ну, вы знаете, да, что у вас будут неприятности? Нет, не знаю. Ну, теперь будут. Удачи вам.